во-первых, прочувствовал момент. Ну и, во-вторых, опередил игрока Глазго, потому что тот уже готов был принять мяч. И, как кто знает, мог и забить. И вот удар поворотом, гол. 1-0 впереди Глазго. И вот это очень даже не кстати. И что же здесь произошло? Значит, Рональд Дебур забил. Да, но когда была подача, самое ведь замечательное в кавычках заключалось в том, что ни вратарь, ни защитник, вот тот, который стоял у ближнего угла, не переместились практически даже вот в этот угол.